Приятного аппетита, мои хорошие. Уж кофе мой остыл. Ну иди, иди. Животненькая. Любимая моя животинушка. Моя красавица драгоценная. Что ты маешься? Иди ко мне, моя любимая любовь. Моя моя любимая. А, может, ты хочешь авокадо? Подождите сейчас, любименькая. Да, сейчас дам. Да. Пожалуйста. У меня животина любит авокадо. Животина это ласково. Животненькая, животинка. А то мне написали, животина это ты. Ну, если с таким же посылом, как я и говорю, то да, ничего страшного, животина. Где? Животинка. Еще будешь? Выдает. Квашеную капусту любит и авокадо. Представляете? Любимая. На. Ой, какая же ты красивая. Господи, обожаю. Я сначала думала, что она рыбу вот так вот просит. Авокадо. И есть его. Папочки стул замуздыхали. Угу. Мой шляпка облизывается. Мне сегодня полночи снилось, что мне нужно было установить приложение в телефон, чтобы купить билет на поезд. Я не могла. У меня то не нажимались буквы, то приложение не скачивалось, то телефон выключался от мясницы. Я реально устала. Думал, когда ты уже включишься, когда ты уже все. Утром прям вздохнула с облегчением, что я проснулась. Сколько в ТикТоке комментариев по поводу моего торта? Вы не представляете. И сестру поставила в неудобное положение, привезла торт. И торт сухой, и торт жесткий, и торт невкусный, и торт мешанина. И торт ужасный. И что там только не написали? И никто не захотел есть твой торт. И такие сообщения, а у сестры все-таки торт лучше. Не понимаю, к чему это. У меня с сестрой лбами столкнуть не получится. У моей сестры торт лучше. И моя сестра красивее. И стройнее сестра моя. И моложе эта сестра моя. В чем проблема-то? Я свою сестру люблю до безумия. И как бы мне не пытались бы написать, что типа она моложе выглядит вообще. Такое ощущение, что ты старше. Такое мне тоже пишут. Да хорошо. Я только рада буду, потому что моя сестра самая лучшая на свете. Пусть она выглядит моложе меня. Пусть она будет счастливее, богаче меня. Я буду только рада. Я ее люблю. Практически так же, как и себя. Себя чуть-чуть больше. Чуть-чуть. У меня нет зависти к моей любимой сестре. Нет. И когда мне пишут такие вещи, я просто смеюсь. Потому что я ее люблю, понимаете? Когда мне пишут хорошее за мою сестру, я только радуюсь. У меня нет, моя сестра хуже. Да вы что? Я люблю ее и за сына, и за мужа также. Это безусловная любовь у человека, понимаете? Вот я ее так люблю. Мне скажут красивая, а я горжусь. Мне скажут она молодая, я горжусь.
Скажут, у нее торт лучше, а я горжусь, что сестра это моя, понимаете? Да, лучше. Лучше всех. И торт лучше всех, и дом лучше всех. И порядок лучше всех. Я больше вам скажу, я с нее пример беру. Вот мне как-то задавали вопрос. Типа, с кого бы я могла взять пример? Вот с сестры бы могла. У нее всегда идеальнейший порядок дома. Вот идеально. У нее нет никогда беспорядка ни на одной полке. В любой момент к ней зайдешь домой, откроешь любой шкаф, и там будет идеальный порядок. Идеальный. Я завидую даже ее умению. Беру с нее пример и горжусь ею. Такая у меня сестра. А я не такая. У меня есть беспорядок. А у нее не бывает беспорядка. У нее всегда идеальный порядок. Всегда. Вот всегда. Я бывает, чтобы себя смотивировать, разговариваю с ней по телефону. Я говорю, открой вот этот ящик за тобой. Вот она сидит так со мной, разговаривает, ящик видно. Я говорю, открой, покажи мне, что там у тебя в ящике. Она уже смеется, она уже знает, почему. Открывает, а у нее там идеальный порядок, понимаете. Вот по линеечке все стоит, вылизано, ни одной пылиночки. Следующий ящик. Такая же история. Следующий ящик. Я говорю, ты специально, что ли? Она смеется, ты же, говорит, знаешь. Ты каждый раз, говорит, это делаешь. Я посмотрю на нее, думаю, пошла я у себя порядок наводить. Потому что у меня может быть бедла. Да что мне вам рассказывать, вы сами все видите. У меня такого нет. В шкафу. Вещь к вещи. Носочек к носочку. На выставку можно дом. Реально. Берешь и на выставку. Холодильник откроешь, у тебя там яичко к яичку. Контейнер к контейнеру. Огурчик к огурчику. Все по порядку. Не дай бог кто-то лево-право. Свой показывать не буду. Как ей удается, не знаю. Молодец. Она вчера такие куриные отбивные сделала. На стол. Я мукбанг не записывала. Я могла бы. Лично меня это не смущает. За столом сидеть, записывать видео. И когда я просто с сестрой, чешуйка от рыбки, просто сестра там была бы, да? Компании нет. Она никогда не против, она говорит, записывай все, что тебе надо, никаких проблем. Вообще, нас это не напрягает. Там были еще друзья, но их тоже не напрягает. Мы уже просто не первый год знакомы, ну, лет 10 точно знакомы. Больше. Больше. Ну, просто такая обстановка. Сидеть, записывать мукбанг, рассказывать, как бы в телефон, когда рядом люди и все шутят, и там, ну, разговаривают на свои темы, не хотелось. Давайте расскажу, что было вкусно. Бутерброды с салом и огурцом. Извините, пожалуйста. Бутерброд, черный хлеб с семечками, по-моему, чем-то таким. Сальцо и огурчик маринованный сверху. Вот эти отбивные с курицей, я не знаю, как она делала, но они были по форме как люля, но это была отбивная, это было очень вкусно. Свинина была запеченная, но я все по чуть-чуть пробовала, потому что иначе я бы просто разорвалась. А, так, салат овощной, картофельное пюре было, два соуса она делала, красный с зеленью, и сметаной, с чесноком обалденные. Что еще на столе было, сейчас вспоминаю, аджапсандал был.
салаты какие-то еще были. В общем, она там наготовила, мама, не горюй. Все вкусно было, все вкусно. Еще и напоследок я арбузы налопалась. Я икала, глотнула свой коктейль, а Вова мне туда льда накидал. И глотнула, и льдинку проглотила. Я полвечера там икала, как старая овца. В общем, это вообще... На холодное и на острое у меня такая реакция начинает икать. В общем, все, друзья мои. Приятного аппетита, мои сладкие. Мы поехали в магазин.